Всем привет! С вами я, Влискас, ваш любимый Влискас. Еще не доиграю в Роблоксе, в Адоб. Мип, мип, мип! Так, давайте добывайте мне золото. Как идет из моих животных? Видимо, вот эту коробочку не нужно. А он. Вот дракончик уже прилетел, мой любимый котик. А где еще рыбка? А он даже не может. Это быстрое. Это у нас сейф. Кстати, ребята, да, тут следующего видео, да, тут мод, я вам напишу комментарий, или не напишу. Вот, смотрите, тут золото есть. Что это вот это за домики? Не знаю. Хочешь убраться? Вот, тут, видимо, шахты какие-то. А ну. Ну, тут просто камень. Яйца, я не знаю, в чем дело. Наверное, из-за того, что у меня уже полный инвентарь животных. Так, кого я выкину? Тебя. Котик мне нужен. Меня очень просто много животных. И повторы у них очень. Так, золотых у меня я повтор. Да, я. Я не успею. Ну, это ж дурдом. Все, ребята, мы избавились. Теперь от животных. Мои министры. Вы. Ой, давайте коробочку добудем. Она такая, ой, дай-ка, придурки. Я где-то уже, не знаю. Что такое? Не унарывай. Мы уже находимся в снежном пузыре. Ай,
ледяные вени. Так, надо пристать. А рыбка где? Ладно, давай убегать, пока она нас не догнала. Успокойтесь. Как? Ты для кого? Да, Лала. Такая кошмяная котяка. А, наверное, да, такие... Это скоро, по-моему, она мне не купила. И тут это у нас последняя локация. Ребята, скажите, у меня все мое дом, ну да, найди, за мной спустят. Если она секретна, зачем ты маме рассказал? Она же расскажет. Секреты никому не заказывают. Ну что, полетели зверушки. Мимо. Я кого-то, видимо, отдать могу. Я могу отдать кота. Он мне... Чего новые яйца? Беру. Ой, ребят, теперь я еще могу брать. Это кто такой? Странная у меня семья. Получилось. А какая эти яйца открыть, я не знаю. Наверное, тут эти задания надо выполнять. Так, это путь домой. Мне домой не надо.
тут какие-то порталы. Наверное, их надо вскрыть. Давай. Даже спалил. Если гости придут, они твою базу спалят. А в это сколько будет так? А, беріть на запас ключі, а може купатимуться, не почую. А ти, Іван, не тікай ніколи. Ой, тут є. Оля, не мішай. Я ми. Я тобі денюшку дам. Ні. Біжи. Ні. Да. Ні. Да. Ребята, як домой вернуться? Это тебе. Ой, Оля. Это вообще, как этот мир называется. Очень интересная игра. Мне она очень нравится. Мы будем искать сейчас пути домой вернуться. Назад. Мама уходит. А он лестница есть. Прыг. Ну, я забыл. Вы задравы, не бойтесь. Зелёный дракончик здесь тут. Домой их вернуться даже нет портала, по-моему. Давайте мы тут погуляем теперь. Похоже на Роблокс. Я сильно. Чуешь, мама уходит? Нет, даже нахуй, как вернуться. Домой я не знаю, как попасть. Смотри, козлёвска. У меня такое ничего нет.
А ребята, у меня есть идея, как я домой могу вернуться. Нам просто надо выйти и произойти. Садик. Что это надо? Отдай мне ролик. Что такое, Иван? О, секретка. Ты гулять идешь? Мне можно, значит. Настойно, що... Ти можеш успокоїтися? Що таке? Чого ти туди-сюди бігаєш? Ми виходимо? А тобі можна самому? Ладно, іди тільки в двері йдеш. І ото шапку в бок, щоб не робив. Що ти зробив? Ключів вузол зав'язав. Вань, на горке будь. Дай берег. А ты мама? Ох, устаю. Переодевачку на запас возьми. И да, ребят, меня припаркировало там, где я был. И у меня доступны, кстати, новые яйца. Так, кто в них может попасться? Змея. Змея, по-моему.
Нет, это гоблин, дракон. Игроки! Игроки! Угу. Тоже игроки. Давай купим одну. Где сто? А вот тут. У меня золотых достаточно. Вау, кобра. Давайте я ее в семью добавлю. А этот я гоблин, он мне что-то не нравится. Ой. Дайте посмотреть. У меня зеленая какая-то семья. Коля, в садик пидем. Да. Аф! А дай на дракона глянуть. А він кусається? Ні. А ну, дай я провірю. Ай! Він мене укусив. Бум! Оля, встать и двигаться. А то буду делать пиу-пиу. Пиу-пиу. Так, мы вернулись за комею симбрежи. А чё, мои гоблины не прогрузились или как вас? Так. Ого. У меня же не показано, чьи деньги или нет. Вот, двигаюсь ещё. Давайте какое-то яйцо купим и тут. Адьос. Угу. Я в этой игре. Стану бомжом. Мол. Так, ребята, там якось лісу виграв, по-моєму. Давайте глянемо на повторки. Ага, у мене ще куча є свободного міста. Я можу куча ще все. Давайте, мої животні, йдемо на ракету. Ребята, знаете, после того, как я потерял оранжевый глаз, странные вещи начали происходить. Ребята, помогите, я улетел. Это прикольное место. А куда бросил? К
кого-то из своих. Давай. Что делать? Да давай вот такой попробуйте. Это режим играть реально сегодня только. А у меня уже столько животных. Вы скажете, да не может такого быть, ты нас обманываешь. Ну поверьте мне, ребята, на слово. Я никогда своих подписчиков не обманываю. Это всю историю своего канала. Я ему 2 месяца, 2 месяца. Это мы вырежем. Так, я уже 300 собрал. Ой. А кстати, тракториста, как говорится. Он говорит халибан. И да, говорит 3. Твою мать. Ребята, надо мне сейчас быстренько почистить телефон. Уявить этого вообще в видосе не было. А если спросит кто-то, что у вас тут происходит, скажите, это уява их. Нельзя ни секунды терять. Быстрей! Ладно. Надо робокс наведать. Ничего не случилось. Да, эпичное у меня видео. Почему-то, когда я ролики снимаю, у меня странности. Америка! Нет, это я оставляю. Вот это все остальное нахрен удаляю. Всем пока.